Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений, и я вас приветствую на канале Бариатрия от А до Я. В данном видео я хотел бы с вами поговорить о типах бариатрических операций. И это вторая серия. Добро пожаловать. И кто не видел первую, милости просим. Можете искать первую серию и будет вам счастье. А в этой серии будем конкретно говорить о видах операций и о их всяких там побочках и некоторых проблемах. Для начала небольшой дисклеймер. Я не врач, я не имею медицинского образования, но я бариатрик со стажем, который прошел две бариатрические операции. Все, что я вам рассказываю, это не какой-то призыв к действию, а конкретно мой опыт Теперь те, кто хочет присоединиться к нашей группе в Телеграм, ссылка есть под каждым видео в описании каждого ролика, поэтому кликайте, милости просим, кому интересно. В этой группе мы общаемся, делимся опытом, можем спрашивать советы и помощи друг у друга, а также самое главное, с моей точки зрения, это групповая поддержка, потому что бариатрик, особенно, особенно бариатрик или тот, кто хочет скинуть вес, как правило, делает это лучше в группе, поэтому давайте будем общаться, будем делиться опытом, и милости просит. Сегодня я хотел поговорить о нескольких типах операций и о их побочках. Давайте начнем с первой операции, которая уже старая, которая уже не актуальная, но я знаю, она в некоторых странах мира, включая Израиль, до сих пор практикуется. Это бандажирование или же кольцо. Что происходит? Когда нам ставят кольцо на организм, ну, точнее на желудок, что у нас происходит? Человек постоянно голодный. То есть как правило, люди, которым делают операцию на желудке, которым урезают желудок, они практически не хотят кушать. И все почему? Все потому, что в желудке вырабатывается гормон чувства голода. Один из них под названием грилин. Да, часть из них, естественно, в мозгу, но то, что вырабатывается в желудке, подает сигнал на головной мозг. И называется грилин. Это один из них. Их на самом деле не один, а несколько. Но давайте не будем уходить слишком глубоко в теорию, больше перейдем к практике. Что я видел, что я замечал у этих людей, те, кто сделали бандажирование, кто сделали кольцо, они поначалу, особенно, ходят злые, как собаки, голодные, хотят жрать, просто кошмары, и, 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 практически по стенкам ходят. Но после этого, что этот человек делает? Человек, этот человек идет к врачу да, и говорит, открой мне кольцо. То есть, у это, и те, кто делает эту операцию, они имеют право, могут кольцо открыть и закрыть. Как это делается? Вы приходите к врачу, врач берет большую иголку, прокалывает вам живот, упирается в кольцо и увеличивает его или уменьшает. Для чего это делают? Иногда человек говорит, я хочу поехать за границу, я хочу жрать. То есть открывает кольцо, он едет за границу, отжирается там, как свинюка, потом приезжает обратно, приходит к врачу, укорачиваете. Что происходит? Те, кто делает эту операцию, они э, обманывают себя. Чем, почему они обманывают? Еще раз, в большинстве своем, я на, я на самом деле знаю всего лишь двух людей да, из моей практики, сколько я знаком с народом, всего двух людей израильтян. Те, кто, да, кстати, те, кто не знает, я из Израиля, повторюсь. Э, у кого эта операция реально получилась? Один мужик в возрасте, одна молодая девчонка. Все остальные переделали, почему это кольцо трескается, взрывается, и потом и делает очень много проблем. Это еще самые такие побочные эффекты, которые цветочки. Я знаю, у меня есть одна знакомая, у которой это кольцо прям вросло в желудок, и ей пришлось сделать шунтирование именно для того, чтобы отрезать часть этого кольца, которое конкретно вросло в желудок. Там просто жесть была. Да, я знаю такие вещи. Побочек миллион, люди постоянно голодные, а самое-самое страшное, что люди начинают сами себя обманывать. Все почему? Они не могут кушать. Не могут кушать хлеб, да, к примеру, да, или не могут кушать большие куски. И вообще не могут жрать. Что они делают? Они берут блендер, перемалывают еду и начинают по ложечке или через трубочку это все в себя всасывать. То есть какой смысл? Непонятно. Для чего делали операцию? Непонятно. Но такое есть. Ну, мы слишком долго уже с вами э, задержались на данном типе операции. Перейдем к следующему, сам, одному, одной из самых распространенных операций под названием слив или же резекция желудка. То есть что происходит во время операции слив? Э, в это время вам отрезают желудок не весь, а э, частично. Все мы знаем форму желудка, и после этой операции желудок принимает, скажем так, форму банана. Он становится маленький кстати, забегу вперед и скажу про себя когда я переделал операцию я перед, перед этим делал всякие проверки медицинские я кстати буду в дальнейших видео чуть позже рассказывать какие проверки надо делать вот. и мне делали э, скажем так просвечивали меня в прямом эфире да я смотрел что у меня происходит так вот у меня желудок практически не увеличился он конечно увеличился но совсем чуть-чуть вот что происходит Человек делает операцию слив, отрезает ему три четверти желудка. Еще раз, у, у кого как. Есть разные типы, разные методики, как правильно отрезать. Я не хочу в это сейчас очень глубоко влазить. Это, этот вопрос, он больше к врачам, а не ко мне. Я знаю, что есть очень много типов, как отрезать. Иногда по трубке отрезают, иногда на глаз. Там очень много всяких, всяких видов или же, скажем так, методик этой операции. Человек отрезает, все окей, начинает худеть, все, потому что у него первое, перестает вырабатываться в таком количестве гормон грилин. Это раз, а два, он просто физически не может съесть. Окей. Вот, ну, с моей точки зрения, это не очень хорошая операция, все потому что, это даже не потому, что это операция, а да, все просто потому, что в данной операции есть очень много побочек. Одна из них самая распространенная есть у меня. Точнее, была у меня, у меня появилась громадная грыжа на желудке, которая оттянула заслонку, за счет этого у меня стало, стало происходить не очень приятные вещи, а конкретно рефлюкс изжога, поначалу слабенькая, потом все больше, больше, больше и больше, вплоть до того, что спать я уже не мог, я ложился на, на живот, и у меня прямо, извиняюсь, ложился на спину, и у меня прямо кислота практически выплескивалась. Жесть страшная, врагу даже не посоветую, но такое было. Причем эта это побочка есть у, у очень многих, у кого я знаю, у кого-то сильно, у кого-то слабее. И эти люди прекрасно понимают, что им, скорее всего, придется пройти еще одну операцию. А я забегу вперед, расскажу. У меня есть один хороший друг, кстати, мой подписчик и зритель, который сейчас из-за ошибки врача будет делать третью бариатрическую операцию. Третью. Не потому, что он, он раскабанел, наоборот, он худой, но ему придется делать третью операцию. я немножко позже расскажу, почему. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, если вам это интересна эта тема. Значит, побочек реально много. Основная побочка вообще у всех бариатрических операций, абсолютно у всех, как показывает практика, то, что я вижу, это камни в желчном пузыре. Почему? Потому. Есть много теорий по данному вопросу, но лучше всего подойдите к вашему лечащему врачу и уточните у него, прав я или нет, и напишите мне в комментариях, прав я или нет. Ну, просто знаете, что в желчном у вас рано или поздно камни по-любому будут, если вы будете делать операцию слив как бы и дальше. Любая бари бариатрическая операция, в которой что-то будут отрезать. Насчет операции, в принципе, классная, как правило, она работает примерно в течение года, год максимум полтора, после этого все зависит от самого тебя или самой тебя. Будешь ли ты дальше кабанеть или нет. Дальше пройдемся по операциям шунтирования. Шунтирование на самом деле есть много типов. Самое распространенное это мини-шунтирование, классическое шунтирование и, так скажем, сади. Давайте мы с вами сейчас остановимся на мини-шунтировании, потому что с моей точки зрения эта операция очень не, ну, такая вредная. У нее, конечно, побочек поменьше. Скажем так, не побочек меньше, я неправильно сказал, я очень извиняюсь. А шанс того, что у вас будет... Побочки он меньше, чем у слива, но вы получаете все возможные побочки, которые могут быть у слива. Да, шанс того, что они у вас будут, он гораздо поменьше, но в принципе. Вот, то есть, кому запрещено делать эту операцию? Еще раз, эту информацию я конкретно спрашивал у врачей. Поэтому еще раз говорю: это не некий медицинский совет. Уточните, пожалуйста, у вашего врача, прав или нет, кому запрещено делать мини-шунтирование? те, у кого есть проблемы с желудком и особенно у кого есть рефлюкс, у кого рефлюкс запрещено в Израиле, по крайней мере, делать мини-шунтирование. Как-то так. Дальше классическое шунтирование. Вот как у меня. Классическое шунтирование. Еще раз я не хочу сказать, что побочек нет, они есть, но они очень интересные. Самая большая главная проблема это этой бариатрической операции еще раз, это все смотрит точки зрения, кстати, у меня ми, у шунтов и у сливов этого меньше, в том, что у вас э, получается такая проблема в, в организме, что у вас очень плохо, как правило, усваиваются витамины, поэтому вам приходится нам мне да приходится кушать э, не одну, не две, иногда по 4 по пять таблеток с витамином в день это разные витамины, где я их покупаю, и скидки, это все будет. Потом, кстати, все ссылки есть в описании, но, пожалуйста, не бегите покупать. А те ссылки на витамины, которые, про которые принимаю я, я получил у них разрешение у своего лечащего диетолога бариатрического. А принимать или нет, это решение сугубо ваше и вашего врача. Поэтому вы это делаете на свой страх и риск. Значит, шунтирование, которое у меня классическое, как кассиная побочка, я сказал, что вот Проблема с витаминами и в чем проблема основная? Сыпятся волосы, иногда могут выпадать зубы, проблемы с ногтями, а самое страшное, в кавычках, особенно для дам, что есть такая штука, как выпадение волос. Как правило, все эти побочки, все эти проблемы проходят через полгода. Вот. И еще есть одна побочка, про которую люди, как правило, не знают, сам. Вот после операции узнают, через примерно год, примерно год после операции, что происходит очень плохо усваивается железо или практически не усваивается. У меня есть одна хорошая знакомая, которая сделала эту операцию уже много лет тому назад. И она раз в полгода приходит в больницу, чтобы ее прокапали железо внутривенно, потому что железо у нее не усваивается практически нисколько. И ей приходится делать э, внутривенно, раз в полгода, вот такую штуку. Вот, а теперь бывает, иногда рвоты. Но это все, как правило, через. Э, примерно полгода проходит, но допустим, у меня есть конкретная проблема, есть, не знаю, если я правильно скажу на языке вашем, но у нас это э, называется мясо осаду. Да, он очень вкусный, мой организм перестал это мясо воспринимать. То есть, если я его ем, я, как правило, через пару минут иду рвать. Ну, я знаю, что у меня такая проблема есть, и я перестал его кушать. А те, кто дошли до этого до места, вам небольшой сюрприз. Те, кто сделали э, бариатрическую операцию, как я, которая называется... <свят> которая называется шунтировать желудка, извиняюсь. Просто время уже позднее. рассказать мне вам это хочется. И с алкоголем одна интересная штука. И как я буду говорить про себя, да, если я беру 3-4 рюмки, там, водки или коньяка, я водку уже, кстати, пить перестал, она противная, и, кстати, вкусы меняются, да, после бариатрической операции, я, я пью коньяк, ну, иногда бывает водка, ну, Новый год, туда-сюда, 3-4 рюмки, и я пьяный прямо в сопли. Валяюсь под столом, пою песни, ру, буяню. Ну, так аккуратно. Минут через 30-40 алкоголь, то есть алкогольное опьянение проходит практически полностью. И я опять в строю, опять три рюмки или четыре, опять ру песни, шучу, прикалываюсь, пьяный в сопли. Опять минут через 40 я как новенький теперь продолжим дальше. Операция САДИ. Что такое САДИ? В принципе, все очень легко и просто. Это тот же самый, ну, очень грубо говоря, да? это тот же самый слив или же резекция желудка и шунтирование классическое. Это, в принципе, тот же самый САДИ. Да, мне сейчас скажут, Женек, ну смотри, там же вот так, а там вот так. От перестановки слагаемых, с моей точки зрения, результат не меняется. А теперь для тех, кто уже дошел до этого отрезка времени, я хотел вам рассказать про моего друга, хорошего, которому сейчас предстоит делать третью бариатрическую операцию. Что произошло? Этот молодой человек, как я, примерно в то же время, это был где-то 2010 или 2011 год, сделал операцию, как я, слив. И у нас была с ним одна и та же побочка. Побочка какая? Начался рефлюкс изжога, сильнейшая. Он уже был на меня подписан, он уже видел мои видео. Причем чувак э, старше меня, мне 38, э, ему где-то 45 примерно. То есть мужик не глупый бизнесмен. <coughs> вот я как раз пр прошел вторую операцию на YouTube Он меня нашел. Тогда еще посмотрел эти видео. Мы с ним связались. Он говорит: Женя, хочу поговорить. Вот у меня проблема, как у тебя. Я говорю, братан, ну то, что мне сказал мой профессор, нам с тобой запрещено делать мини-шунтирование. Он пошел к хреновому врачу, с моей точки зрения, извиняюсь, хреновому врачу. И что этот врач говорит? Тебе надо делать мини-шунтирование. Так я, я мужику этому говорю, слушай, ну нам же с тобой нельзя, мы же в Израиле живем. То есть это не страна третьего э, мира. Подойди к нему, <как> скажи, что нам запрещено делать эту операцию. Ты что творишь? Говорит, врач лучше знаешь, кто, кто ты такой. Я говорю, братан, ты что творишь? Это здоровье твое, уточни. Ты мне важен как человек. Ставь YouTube, оставь это все. Ты как человек мне важен. Ну, меня не послушали. Послушали врача. Что в принципе является правильным. Но я советую всегда. Совет получать не от одного врача, а двух или трех. Ну, сделали ему... Ми, э, ему сделали операцию мини-шунтирования. Что я вам скажу? Все побочки, что у него были, вернулись и стали еще хуже. Теперь этого человека ожидает третья операция. Классическое шунтирование с ремонтом тех двух проблемных операций. Поэтому, дорогие мои, операции это не шутка. К выбору операции надо подходить правильно, а конкретно советоваться с вашим лечащим врачом, хирургом, а лучше с двумя или тремя, потому что только когда у вас есть рекомендации некоторых врачей, вы можете понять, какая операция вам подойдет лучше, а лучше всего довериться врачу, которому вы доверяете. До новых встреч, всего хорошего, пока.